Им не страшен ни мороз, ни ветер. Более 50 читинцев эти выходные вышли на площадь имени Ленина и опрокинули на себя ведро ледяной воды. В столице края прошли уже традиционные февральские массовые обливания. Вместе с Читой в спортивно-патриотической акции «Быть здоровым – это модно» поучаствовали 35 регионов России, а также 5 дружественных стран. Кстати, у обливания нет никаких строгих ограничений, разве что возраст. Вылить на себя ведро воды могли и все желающие от 5 лет. Лично я обливаюсь на улице каждый день дома. Мы живем в своем доме. Вот этот вот маленький мой сын, он со мной обливался тоже до определенного момента. Мы моржуем на озеро Кенон, ездим раз в неделю по субботам, купаемся в Киноне. Ну-ка нашу фразу скажи, наш девиз. Обливайтесь по утрам, будете здоровы. Занимайтесь физкультурой, будете здоровы.